Евгения Толстикова, 34 года. У меня есть старший брат, на 7 лет меня старше. Он в очередной раз вывел меня из себя. Я убежала от родителей, я бежала, ну, то есть, ну, в поле зрения, села на какой-то газон, ну, вот газон, трава, там цветы, и начала кричать и рвать траву из газона, просто вырывать эту траву, а он стоял и смеялся. То есть я настолько, он меня довел, что я просто вырывала траву, дабы себя, видимо, успокоить или что-то. Мне было лет 5, наверное. Я достаточно экстремальный человек, и я достаточно легкая на подъем, то есть я готова во все тяжкие, знаешь. То есть я ничего вроде как не боюсь, но на самом деле чего-то, видимо, я боюсь. Сколько раз мне дарили эти подарочные прыжки с парашютов? Ну, раза 3, наверное, точно. И в тандеме, и в группе, и вдвоем с инструктором, и вдвоем, не знаю, с парой. Нет. А я все время, они у меня лежали, о, срок прошел. Фу, слава богу, я не пошла. У меня был двоюродный брат. Мне приснился сон, что с ним что-то случилось, то есть, что его нужно спасать. Утром проснулась и говорю: мам, надо позвонить. Надо позвонить и узнать, как там Вадик. Да все нормально, мы там в прошлом месяце разговаривали. Через несколько дней позвонили маме и сказали, что он пропал. Но в итоге его нашли только через полтора месяца. Я считаю себя хорошим другом и люблю своих друзей, люблю своих родителей, свою семью, кто меня окружает, и всегда очень открыта и, ну, доверяю этим людям. Раньше доверяла чаще, больше, обжигалась, конечно же, и сейчас, опять же, научилась тщательнее выбирать, то есть отсеяла, конечно же, от себя кучу лишних людей. Я думаю, так со всеми бывает по жизни. Просто у кого-то раньше, у кого-то позже.